Дорогие друзья, мы начинаем последнее, в каком-то смысле, в этой части вашей жизни на факультете официальное мероприятие, мероприятие, которое называется «Вручение дипломов». Путь к сегодняшнему дню был долгим. В этой аудитории сидят люди, кто шел 5 лет, кто 6. Некоторые, наверное, могли и 7, но тут можно идти по-разному. Главное, что все дошли, что вы смогли, справились, доказали действительно, что по праву уже не просто студент мехмата, уже выпускник. Очень новое качество, новое состояние, волнение, ожидание, какие-то надежды, планы на будущее, и это здорово. Я желаю всем вам, чтобы вот это ощущение праздника, праздника надежды, праздника открытия нового мира, праздника ухода в новую жизнь, оно, вот это ощущение праздника, оно оставалось с вами как можно дольше. Ну и я надеюсь, что память о нашем факультете, я очень надеюсь, что многие еще все-таки, хотя, еще раз говорю, первый этап прощания и состоится, но очень многих вас мы будем видеть и в нашей аспирантуре, а те, кто будет сейчас специалист, а диплом получает, может быть, придет нам в магистратуру и так далее. То есть жизнь не заканчивается, и, конечно, в этот день хочется пожелать вам всего самого-самого хорошего, успехов, счастья. Я уверен, что ваша жизнь сложится очень хорошо. Тут у меня сомнений просто никаких нет. И независимо от того, пожелаю я вам счастья, богатства и прочих радостей, они у вас все равно будут. Потому что если вы закончили мехмат, если вы смогли этот тяжкий труд действительно осуществить, реализовать себя, то в остальном в жизни все должно быть очень-очень замечательно. Я сейчас хочу предоставить слово еще одному человеку, который большинство из вас учил, если не, наверное, всех, и много, и долго, Якову Михайловичу Иерусалимскому, чтобы он тоже какие-то напутственные слова сегодня вам сказал. Я хочу обратиться к нашим выпускникам как к коллегам, потому что с сегодняшнего дня для нас вы коллеги, вы тоже выпускники мехмата. Я хочу сказать, что факультет у нас замечательный, университет замечательный, можно гордиться дипломом. Больше того, почувствуйте на себе в ближайшее же время, что никто, так сказать, не будет выражать сомнения в качестве вашего диплома. Этот диплом точно признают не только в нашей стране, но и в всем мире, не надо никаких особых подтверждений процедур проходить. Вот. Но не об этом хочу сказать. Вас много в этой аудитории, но то сообщество, в которое вы автоматически вступили, сообщество выпускников, оно значительно шире. Речь идет уже о тысячах замечательных наших выпускников. И вы тоже к этому сообществу принадлежите. У вас появляется новая обязанность, которую вы должны исполнять так же, как успешно, как исполняем, стараемся исполнять, например, мы в присутствии учеников. Обязанности такие. Если у вас есть возможность чем-то помочь такому же, как вы, выпускнику, делайте это, не задумываясь. Это ваша обязанность. Станете президентом, формируйте кабинет, министров, все окружение свое из выпускников нашего факультета. И это будет правильно. Так делают президенты Соединенных Штатов, так делают наши президенты. И никто их за это не осуждает, потому что они знают и ценят тот университет, тот факультет, который они закончили. Вот вы должны ценить и понимать, что это обязательство, которое вы должны выполнить. В ряду, в который вы вступили, есть такие замечательные люди. Ну, к сожалению, я назову тех, кто уже ушел из жизни, но все равно они остаются в этом сообществе, все находятся. Среди выпускников нашего факультета лауреат Нобелевской премии, величайший мыслитель современности Александр Исаевич Солженицын. Среди выпускников нашего факультета один из выдающихся математиков нашей страны, которого называют отцом кибернетики.
нашей стране, академик Глушков, основатель Института кибернетики, практически единственного в Советском Союзе, а теперь это Институт кибернетики Академии наук Украины. Вот вы теперь в этом же сообществе стараетесь быть достойным того круга, который присутствует. А вообще сегодня замечательный день. Я хочу поздравить не только тех, кто получает эти дипломы. Здесь очень много людей, которые помогали вам пройти этот путь. Это ваши родители, дедушки, бабушки, мужья, жены, некоторые. Здесь, наверное, дети. Дети тоже помогают. Хотя что решают, и на самом деле помогают. И нам очень приятно, что вот круг наш получился. Переходим, собственно, к процедуре вручения. Начинаем вручать из дипломов магистра. Вот первый год, когда новая форма этих документов, она в каком-то смысле смешная. Вот вкладываешь диплом вот такого размера. То есть уж вешать на стенку, закрывал любую дырку. Оказывается, что когда его в министерстве разрабатывали, считали, что магистр должен очень много чего изучать. Поэтому тут оставили столько места, это всего лишь 2 года. За 2 года и так вы много изучаете, но вот сколько вы не сумеете. Но тем не менее, вот такая форма. Это приложение к диплому. Сам диплом, но в настоящее время вот скромная, вот такая бумажечка, правда, с водяными знаками, а без корочек. Так обидели магистра. Но я считаю, что не это самое главное. Главное тот путь, который вы прошли, те знания, которые приобрели. И главное, что вы будете везде, ну, хвастаться не очень хорошо, но во всяком случае гордиться, когда говорите, что вы с магистром, но направление, прикладная математика и информатика. На такое отваживаются далеко не все. Далеко не все. Я это по опыту знаю, что это происходит неизгладимое впечатление, когда говорят о таком титуле. Это степень, это не квалификация, это даже степень. Раньше были степени кандидата наук, доктора наук, а теперь степень магистра. То есть вы приблизились к тому сообществу, о котором говорил Яков Михайлович. Так вот, среди дипломов магистров есть дипломы рукопроста, так называемые. Красные, но вот красные, он теперь не красный, они все одинаковые. Диплом с отличием. Тут это обозначено. Диплом магистра с отличием. У нас очень многие магистры получили диплом с отличием. Ну, а диплом магистра с отличием, они там все равно не менее почетен, не менее достоин. Но начинаем мы по традиции с вручения дипломов с отличием. Я буду приглашать на вручение диплома, вручать вам будет Михаил Игоревич и Яков Михайлович, для того, чтобы ну, как-то активизировать процесс вручения. Итак, диплом магистра, диплом с отличием, вручается Андреенко Александру Олеговичу. Thank you.
различия получаются. Три Мармутовой, Дарьи Васильевны. Сикачевой по линии Александра.